не забирает. Он из тюрьмы куда придет? Да не забирай я ничего. Ничего не нужно для тебя, старайся. Выйдет он из тюрьмы и выкинет тебя на улицу или прибьет еще того. В пьяном угаре мужчина совершил серьезное уголовное преступление и нисколько в этом не раскаивается. Теперь с помощью родственников он хочет присвоить имущество своей жертвы. Его встретила на углу Тверской улицы и бульвара стоящим и целующимся с женщиной, обнимающим его. Это неправда, я ее не целовал. Ей просто... Искусственное дыхание ей делал. Ей соринка в глаз попала. Я языком ее вытаскивал. Сергей! Да, это правда. Многие годы хитроумный Сергей Суслов изменял своей жене. И всякий раз, когда обман раскрывался, находил способ выкрутиться и оправдать себя. Однако после недавнего происшествия Ирина Суслова уже ни во что не верит. Как, говорит, случайно забрызгал. Ну и где там? И вы что, как память храните один простыню и второй? А я отстирать не смогла, ваша честь. Да перестаньте, от навоза отстирывается все. Кровная вражда двух соседей довела их до крайних мер. Петренко и Григорьева безнадежно испортили имущество друг друга и не желают на этом останавливаться. Теперь обе стороны требуют расплаты за взаимный ущерб. Истец Вера Гузенкова предъявляет иск о признании ответчика недостойным наследником. Представитель ответчика Тамара Шевелева против заявленных требований возражает. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушание дела открыто. Так, вам слово. Я Гузенкова Вера Михайловна. Подаю иск о признании недостойным наследником моего брата Шевелькова Николая Михайловича. Он является ответчиком, но сегодня здесь его интересы представляет наша мама Тамара Михайловна Шевелькова. А дорогой мой брат сидит в тюрьме за убийство нашего отца. Да не убивал он, не убивал. Понятно. Случайно получилось. Случайно. Итак, вы хотите признать его недостойным наследником имущества, которое было собственностью вашего отца. Правильно? Все правильно, ваша честь. Ну, доказывайте. Ваша честь, в тот день, значит, произошла такая история. Мой брат пришел пьяный, в безумном состоянии, требовал у матери деньги. На выпивку или еще что-то, я не знаю. Мать ему отказала, он схватил топор и ударил ей по голове. Отец выскочил на крики и стал заступаться за мать. И получил, брат нанес ему несколько ударов. Он бросил топор и убежал. Развернулся и задел топором по лицу. Нечаянно? Нечаянно, конечно. Отец скончался в больнице в течение 2 дней. Умер. А потом выяснилось через полгода, что отец отставил этому убийце, этому негодяю, наследство, дом. Какой же он негодяй, он мой сын, так же, как и ты, дочка. Мне. Мама, ну что ты? Ты посмотри на себя, ваша честь. Она полгода лежала в больнице после этого, и теперь ее поставили на инвалидность. Ну, посмотрите, он, если бы не отец, он бы тебя убил. Если бы отец не выскочил бы, он и не убил его, он был бы жив. Так и он тебя, значит, бы убил. Отец заступился, ну, и пострадал, скончался. Ты защищаешь его, а это убийца. Другими словами, имеется приговор суда, да, который подтверждает, что ваш брат убил наследодателя, не зная перед этим о том, что имеется завещание о том, что ему передано имущество, в том числе дом. Правильно? Да, ваша честь. Я понял. Другие доказательства какие-нибудь есть? Ваша честь, он вообще был всегда неблагополучным. Он с самых школьных лет, он воровал, он плохо учился, он пьянствовался. С малолетства зачем он стоял на говоришь? Учете милиции. Он мама, учился не защищай хорошо, его. И вел себя хорошо, посмотри, какие грамоты он получил. Да ты же жаловалась как-то, что у тебя деньги пропадают из кошелька. Это было с самого малолетства. Не он не работал, ваша честь. Он попал мальчик. В какую-то передрягу, с какими-то что-то делами связанными. Пришлось родителям продать нашу квартиру двухкомнатную, приватизировать. Я пострадала, я имела долю на эту квартиру. Вот у меня есть расписки, пожалуйста, 5 миллионов он должен. Он продал квартиру, чтобы откупиться все. И что?
думаете, он стал на истинный путь? Я сколько пыталась с ним поговорить, но потом я уехала, вышла замуж, родители, хорошо отца мы было же еще. Мы тебе хорошо и деньги дали, и хорошо тебя снабдили всем. И что? Что ж ты хочешь еще у него последнее забрать? Мама, я за тебя, за тебя волнуюсь. Этот дом-то остался кому? Нам уже. Ваша честь. А ты хочешь его отобрать? А где же он-то будет жить? Он недостоин быть наследником. Ваша честь, я хочу, чтобы он недостоин быть наследником. Мама, я за тебя старше. Он придет из тюрьмы. Он придет из тюрьмы и прибьет тебя, и выкинет с квартиры со своими дружками. Я не могу понять, вы что? Вот вы сейчас о квартире рассказывали. Вы что, добровольно, что ли, пожертвовали своей доли? Да, ваша честь, я добровольно. Для того, чтобы оплатить долги брата. Чтобы оплатить долги брата. Мы со всей семьей поговорили. А что делать? Он обещал, что станет на истинный путь. Что исправится? Я понял вас, вы ответили на вопрос. Понятно. Еще один к вам вопрос. Перед смертью, ну, вернее, перед убийством, перед трагической смертью, будем так говорить, вашего отца, он ничего не говорил о завещании? Перед ничего не говорил. А почему отец все-таки завещал этот дом не вам, ну, или на 50% вам, на 50% сыну? А потому что мы ей все сделали, квартиру и все на свете, ваша честь. Все ей сделали, мы ее выдали замуж хорошо. Ваша честь, почему завещал он именно сыну? Ну, я была замужем, я пристроена, он все-таки отец, это сын, единственный наследник, ну как, мужчина, он хотел, он же надеялся, сын дал, брат дал слово, что после того, как вот это вот дела с аферистическими, с квартиры, что он станет на истинный путь, будет работать, что все будет, отец поверил, и видно, когда они разговаривали, отец был в таком состоянии, ну, все нормально, и он написал, видно, это завещание, ваша честь. А отец, а этот не встал на истинный путь. Он продолжал пить, пьянствовать, воровал, вымогал деньги. Они пенсионеры, ваша честь. У матери пропадали деньги в кошельке. Он приходил пьяный, поднимал даже руку еще. Это не первый раз. Я пыталась с ним поговорить. Я понял вас. Достаточно. Что скажете вы? Вы представляете интересы своего сына. Доверенность у вас есть? Да, пожалуйста. Да, передайте, пожалуйста, суду. И одновременно у истца возьмите все документы. Пожалуйста. Для приобщения к материалам дела. А что это за грамота? Грамота это в школе. Он учился хорошо, участвовал и в спорте, и в самодеятельности. Ну, мальчик учился, такой нервный, он же не сразу стал пить-то. Вот он попал в передрагу с друзьями, друзья его подвели, пришлось квартиру срочно продавать, выплачивать, иначе бы его убили. Ну а зачем же вы эти деньги выплачивали, непонятно. Ну, а как заявили бы в милицию, да, милицию можно заявить. Милицию пока заявили бы, его уже и не было бы, нужно было срочно отдавать, сутки дали время. Вы прекрасно знаете о том, что ваш сын злоупотреблял спиртным. Почему вы не обратились в медицинские учреждения? Пока мы жили в квартире, то он не злоупотреблял. А вот когда продали квартиру, то переехали в дом, то он понимал, что он нехорошо сделал. Вот он и начал пить. На работу поступит, а там к нему претензии. Ушел. 10 работ сменил. И ни на одной не удержался, потому что все время... Ну, такой вспыльчивый мальчик. Тамара Михайловна, другими словами, вы считаете, что он не виноват в смерти вашего мужа? Не виноват, потому что он случайно задел. Он когда развернулся на шум, когда отец бежал, и топором нечаянно... Но топор-то он взял для того, чтобы на вас напасть. Ну, он просто попугать решил, чтобы я деньги дала. А отца нечаянно задел. У меня еще попал к вам вопрос. А вот выйдет он из тюрьмы, вернется в дом, в котором вы проживаете, и который ему завещан. Не боитесь, что он вас выгонит-то по пьяному делу? Нет, я была у него в тюрьме. Или топором зарубит? Я была у него в тюрьме. Он сказал, мама, в коленках ползал. Мама, не повторится это никогда, не будет ничего. Ну так прости, может быть, вам пожалуйста собственником остаться? Зачем ему-то собственность передавать? Да останьтесь что сами собственницей. Да мне-то что, я инвалид, на кой мне это все нужно? Я сегодня есть, завтра меня нет, а ему-то жить. Он только жить начинает. И она все забирает, и дом у нее, и деньги, и все живет, как у Христа за пазухой. У него последнее забирает. Он из тюрьмы куда мама придет?
Да не забирай я ничего. Ничего не нужно. Для тебя стараюсь. Выйдет он из тюрьмы и выкинет тебя на улицу или прибьет еще того со своими игрушками. Вера, ты хорошо устроена, поэтому ты никогда не поймешь его. Да пусть он живет, ваша честь, ну пусть он живет, но наследником его признавать, он не достоин быть наследником. Нехорошо он поступил. Он зарегистрирован в этом доме? Обязательно. Он зарегистрирован. То есть, другими словами, если он вернется из тюрьмы, вернее, когда он вернется, он сможет вернуться в этот же дом. Ваша честь. Но продать его не сможет своим собутыльникам. Слава Богу, как хорошо-то. Мы будем жить тихо, мирно и спокойно. А то, так это будет только в том случае, если он не будет собственником. А если будет собственником, продаст и вас выгонят тогда. Отец же ему завещал дом. И когда вот он... Но он же не знал, что его убьет. В больницу-то я ходила, когда в больницу-то отец сказал, не обижай сына, все оставь как есть. Уж что выросло, то выросло, куда ж деваться-то. Пожалела вот я, хотела себе сапоги купить. Ну, надо было бы дать ему деньги. То есть он пришел в таком состоянии, весь трёсся даже. Ну, тоже босиком-то не хочется ходить. То есть, Тамара Михайловна, вы считаете, что вы виноваты, что ли, сами? Ну, получается, что так. Дала бы ему деньги, то он, глядишь бы, ничего. Он мальчик-то, в общем-то, ничего. Этот дом был куплен вами с супругом, когда вы находились в браке? Да, конечно. Не по наследству достался ему? Нет, нет. Вы купили в браке его? Да, да, да. Я понял. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Его встретила на углу Тверской улицы и бульвара. Стоящим и целующимся с женщиной, обнимающим его. Это неправда, я ее не целовал. Ей просто... Искусственное дыхание ей делал. Соринку, ей соринка в глаз попала. И я языком ее вытаскивал. Сергей! Да, это правда. Многочисленные измены жене заставляли Сергея Суслова выдумывать самые невероятные оправдания. И даже на этот раз после рождения на стороне ребенка и положительного ДНК-анализа Сергей божится, что ни разу не изменил Ирине. Как говорит, случайно забрызгал. Ну и где там? И вы что, как память храните один простыню, а я отстирать второй... не смогла, ваша честь. Да перестаньте, от навоза отстирывается все. Смертельная вражда двух соседей толкает их на преступление. Женщина облила навозом дорогой компьютер, за что жестоко поплатилась. В итоге обе стороны требуют, чтобы их обидчики ответили по полной программе. Оглашается решение суда. Я хочу сказать, что на самом деле закон позволяет в некоторых случаях признать недостойным наследником наследника и лишить его права наследования имущества. Суд внимательно изучил материалы дела, представленные вами доказательства, возражения представителя ответчика и приходит к выводу, что в данном случае, несмотря на то, что преступление совершено в отношении наследодателя, наследник не может быть признан недостойным наследником, потому что его мать представила неопровержимые доказательства тому, что воля наследодателя была направлена на передачу своего имущества именно своему сыну. Я отказываю вам в удовлетворении ваших требований, несмотря на то, что думаю сам примерно так же, как и вы. Спасибо. Слушание вам, дела окончено. Решение суда. В иске отказать. Истец Ирина Суслова подает иск о расторжении брака со своим мужем, изменявшим ей долгие годы. Ответчик Сергей Суслов иск не признает. И расторгать брак с женщиной, которую он горячо любит, категорически отказывается. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушание дела открыто. Как вас зовут? Суслова Ирина Владимировна. Рассказывайте, что привело вас в суд. Ваша честь, я подаю иск на расторжение брака с моим мужем, Сусловым Сергеем Петровичем.
об имуществе речи быть не может, потому что имущество было куплено мной и моей мамой до свадьбы. Понятно. Я просто требую развода. А о детях? Детей нет у нас. Я требую развода, потому что я больше не могу терпеть, у меня больше нет сил женских, измены своего мужа. А вы возражаете, да? Я возражаю, я не согласен. Я жене не изменял. Посмотрите, какая она красивая. Как вообще можно подумать о том, что ее можно изменить? Ваша честь, мой муж очень изобретательный человек. Он постоянно придумывает различные отговорки на измены, какие-то истории, постоянно мне пудрит мозги, и я верю, вы понимаете? Он меня обманывает, и я верю. Потому что я любила Сергея. Как он обманывает вас? Приведите пример. Началось все после свадьбы. Мне говорила об этом мама, подруги, что видели моего мужа с другими женщинами, целующимся где-то на набережной, это в кафе сидящим. Я его спрашиваю, в чем дело? Он начинает мне, дорогая, это так-то, так-то. Я ему верю. Он мне говорит кучу доводов, я ему верю. И опять он меня обманывает, я оказываюсь как дур какая-то. Просто были такие вопиющие случаи, которые просто уже... его в измене уже как просто застукивали, он опять в какой-то истории придумывает, опять вот выходит чистым из воды. Ну, примеры приведите конкретные. Например, вот был такой случай. Собираемся мы вот с мужем, и, значит, со своим другом на дачу ехать. Так. Решила я вещички его постирать. Беру брюки после ночной смены, вынимаю все из кармана, гляжу, презерватив неиспользованный. Но у меня же что в голове? Что это, так неиспользованный же. Ну это же измена, или же будущая измена, понимаете? Ну почему, на всякий случай? Ну какой всякий случай, может быть? Мы же муж с женой, мы не пользуемся презервативом, мы друг другу доверяем. Ну, а вы это? У мужа-то спросили? Ну, я была в ступоре, я не могу, у меня нет слов, у меня такой шок, что я уже заподозрила в измене, что это измена уже. Спросили мужа? Я спустилась вниз, мы спустились вниз, садимся в машину, я же не думала, что друг Андрей его предупредит обо всей этой ситуации-то. А этот уже все домыслил уже, всю эту историю накрутил себе и придумал отговорку. Какую? Ну, садимся в машину. Машина не заводится. Он раз-раз, машина не заводится. Я думаю, сейчас устроим ему скандал, выясню про этот презерватив. Он из бардачка такой же презерватив, идет открывать капот, одевает этот презерватив на какую-то штуковину, как он объяснил, это называется бензонасосом. Садится в машину и говорит мне, ты знаешь, дорогая, наши отечественные автомашины без презерватива не заводятся. Правда. Вместо ремня использовал. Ну это же ерунда, ну зачем? Я поверила, вы понимаете? Он меня обманул, я поверила, ну как так-то? Так это еще ладно, еще полбеды, следующая была история. Да? Приходит какая-то девушка в нашу квартиру и говорит, что беременна от моего мужа. Ну я, конечно, спрашиваю, в чем дело, что да как. Он начал клясться, божиться, что я ее пальцем не трогала, девушку. А эта девушка работает медсестрой в том же учреждении, что работает, где работает мой муж. Клялся, божился, я опять поверила ему, что как бы, ну, это не от него она забеременела. Ну хорошо. А как объяснил факт беременности? Так потом девушка это родила, подала в суд. Подала иск в суд о подтверждении отцовства моего мужа. Так. Провели ДНК-экспертизу. И экспертиза доказала, что он является отцом этого ребенка. Господи. Она что сказал муж? Ну, опять начала оправдываться. Что как? Это не я пальцем не касался, это я не знаю, это девушки. Ну как я после этого еще... Ну... А чем касались-то? Я уж не знаю, ваша честь, честное слово, не так все было. Я вот жену свою очень люблю, посмотрите, какая она красивая. Это же мечта любого мужчины. Как вообще можно допустить мысль, дальше что ей можно изменять? Дальше-то про эту историю доскажите, очень интересно. Ну про эту историю, она родила, все, признали его отцом этого ребенка. Ну все, уже его доводы даже не действуют, я уже не верю ему. Я не хочу уже с ним жить, все, я требую развода. Значит, дело в том, что на заводе, где я работаю, у нас проводился день донора. И мы должны были сдавать кровь. Врач смотрит наши карточки с Андреем, это мой друг, и говорит, что мы являемся донорами высшей категории и будем сдавать не кровь, а другую, так сказать, биологическую жидкость, от которой появляются дети. Заходим мы в кабинет и смотрим, там мне с шприцов... А что вы так вокруг да около? Эта жидкость называется сперма. Ну, называется, но ведь... Ну, так и говорите. Ну, хорошо, так и скажу. Донор спермы. Да, вот нам предложили это сделать. Я отказывался. Там лежат какие-то вместо пробирок и шприцев для взятия крови. Стоят баночки и лежат журналы порнографического содержания.
И я говорю, интересно, что за дела такие? Ну как зачем? Чтобы сдать и отправить это материал матерям бездетным Республики Сомали и Кот-д'Ивуара. Потому что они страдают. Там же черные. Там идет война. Правильно? Так им нравятся белые мужчины. И они поэтому обратились к нам, чтобы мы им помогли. Нам врач так объяснил. Я Андрею говорю, это мой друг. Я говорю, Андрей, я на это дело не согласен и ни в коем случае ничего сдавать я не буду. И врач тогда нам сказал... То есть вот эта женщина как раз из Кот-д'Ивуара, да? Нет, черненькая. Она не Кот-д'Ивуара, она медсестра, понимаете? Но она давно беленькая. Положила на меня глаз и сделала мне непристойное предложение провести с ней ночь. Она вообще непривлекательная женщина. И как можно иметь такую жену, вообще с кем-то ей изменять, тем более с этой медсестрой? Она же страшная, на нее без слез не взглянешь. И никакого желания сексуального мужчины она вызвать не может. И я Андрею тогда говорю, я отказываюсь. Но врач сказал, пожалуйста, вы можете отказаться, но в этом случае вы не получите ни 20-дневного отпуска, не получите ни чека на 3000 рублей и не получите бесплатного питания в течение месяца на нашем заводе. Так. Ну, и я тогда согласился и, естественно, решил сдать, а что там, ничего страшного. Так, сдали, хорошо, а дети-то? А дети, да, получается, что вот эта Юля, медсестра, она просто сделала мне поступила не очень хорошо со мной. Поскольку она поняла, что честно со мной она не сможет заиметь ребенка, потому что я своей жене изменять ни в коем случае не хотел. Она, получается, что поступила, отлила просто себе вот эту жидкость, понимаете, и ввела ее в себя. И поэтому она забеременела. Честное слово, дорогая, я тебе не вру. Забеременела, и все на этом закончилось. Я готов, прошу пригласить свидетеля. Это Андрей. Мы с ним вместе работаем на нашем заводе. Да нет, это правда, дорогая. Что, это серьезно? Это серьезно, да, понимаете, должно было уйти в Кот-д'Ивуар и в Республику Сомали, а эта медсестра, бестыжая Юля, она просто взяла и нагло... Давайте поверим в этот рассказ. Это правда, Юля. И сохраним семью. Это правда. Может быть, у вас дети родятся в ближайшее время. За сказки? Нет, это правда. Он мне врет, это 6 лет врет. Ну почему, может быть так? Но тебе свидетели хочет пригласить. Пожалуйста, а у вас свидетели какие-нибудь есть? О том, подтверждающие, что он изменщик. Не вру. Конечно, подруги, мама, всеми об этом говорят. Изменщик. Здесь в суде свидетель есть? Да, моя мама. Давайте выслушаем вашу маму. Пригласите свидетелем. Может быть, вы на самом деле обманываете. Я тоже хотел. Нет, я не оправдываюсь. Я чист перед ней. Чист. Совершенно свидетели чист. У меня свидетель есть. Я тоже прошу его пригласить. Здравствуйте, дорогая мама моей жены. Сергей, я же вас просила, чтобы вы меня не называли в обществе и везде, нигде мамой. Орлова Ольга Ивановна, ваша честь. Я прошу обратить особое внимание на те невероятные оправдания, которые достойны только уха 3-летнего ребенка. 3 раза я его видела на улицах города Москвы, идущим под руку с молодыми женщинами. 2 раза я его видела на улицах города Москвы. Я поддерживал женщину, потому что было скользко. И если бы я ее не поддержала, она бы упала. А было скользко, поэтому я ее поддерживала. Два раза я видела его идущим. Это и правда, ведущим дорогая. Женщину молодую рядом с собой держа, и обнимал ее за плечи. Не обнимал, а тоже поддерживал. И тоже что-то такое что очень на даже улице. Нашептывал, да заглядывая что? Ей в лицо. Правда, поруч, правда. Поруч, а один раз... Да нет, ну не поручен, я же воспитанный человек. Я не мог допустить, чтобы женщина со мной конечно, могла бы упасть, понимаешь? Да, конечно. Честно. А один раз, просто невероятный случай, я его встретила на углу Тверской улицы и бульвара, стоящим и целующимся с женщиной, обнимающим его. Это неправда, я ее не целовал, ей просто... Искусственное дыхание ей делал. Ей соринка в глаз попала, и я языком ее вытаскивал, понимаете? Сергей! Да, это правда. На это существуют другие средства гигиены. Какие средства? Платок, например. У меня не было с собой платка, у нее не было. Она говорит, посмотри, пожалуйста, мне просто в глаз попало, Сережа. Проекция ваших лиц соответствовала совершенно другому. Я же это видела прекрасно. Ну, я и вынимал соринку из глаза. Вы проекцию-то зафиксировали, нет? Я хочу, чтобы он развел с моей дочерью, очень хочу, чтобы вот это другой вопрос. И отправлялся в свой Вышний Волочек. Это другой вопрос. Это прекрасный город, это Венеция и Клочок. К нам, когда приезжали итальянцы, как они восхищались с нашим городом. Да, 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 читай, квеста. Вы... Простите, ваша честь. По-моему, в суде. Вы не забыли, нет? Не перепутали ничего? Итальянцы восхищались городом нашим. Не перепутали ничего, спрашиваю? Не перепутал. Стойте и молчите. Я хочу еще досказать развестись, не могу я уже. Не каждый человек, приехавший в Москву, может так устроиться, как устроился наш Сергей. А ему, конечно, невыгодно разводиться с моей дочерью. Он на всем готов, он обеспечен. Мало того, она еще каждый год его возит к морю в отпуск на свои деньги.
Не на его, а на свои. А свои деньги. Но я понял. Я понял, что вы тоже радеете за то, чтобы за прекращение этого брака. Конечно. А свидетеля ответчика пригласите, пожалуйста. Свидетеля ответчика, пройдите. Ну вот, друга привел своего. Да это Андрей, мы с ним вместе работаем. Ну да. Я Егорычев Андрей Андреевич. Я старый друг Сергея и согласился быть его свидетелем. Ну и что вы будете свидетельствовать? Я буду свидетельствовать, что на правах старого друга я знаю, что Ирину Сергей любит безумно, никому не собирался изменять. И даже в мыслях у него такого не было. А все случившееся, это просто череда, нелепая череда недоразумений. Я понимаю, что ситуация может быть и выглядит нелепой, но я знаю об ответственности. Меня предупредили, что я отвечаю за дачу ложных показаний, поэтому врать мне не к лицу. Ничего, никакой измены не было. А папа, вот, да? во-первых, тоже, помните, нашли вы презерватив. Вы сразу, ах, измена, ах, презерватив. Но Сергей же придумал новый способ завести машину. Я же потом его тоже использовала. Моя машина тоже не ехала. Я надел презерватив, машина завела с полоборота. Это же ноу-хау. Ему же патентовать это средство надо. А волосы на костюме? Ну, волосы это уже было. Тормознул, и женщина в меня ударилась, и губная помада на моей рубашке осталась. Понимаете, волосок с нее упал. Ну, я же не знал, что так будет. Но я же не знал, что я стою народу много в метро. Вот интересно, а если бы вас жена застукала в постели, что бы вы сказали да тогда? Да она бы не смогла меня застукать, потому что не изменял я ей. Как я а вот если сделать? Бы застукала? Да это вообще представить себе невозможно. Но вот все-таки, если бы застукала, мне интересно ваша вот степень вашей фантазии. Да у меня нет фантазии, говорю, как есть, излагаю факты. Вот посмотрите, здесь вот у нас что на это заводе такое? Был. Это плакат к дню донора, когда мы должны были сдавать кровь, а поскольку нас признали донорами высшей категории, мы сдавали не кровь, а другую биологическую жидкость, от которой берутся дети. Глупость вот. Какая. Да нет, это правда. Ну и зачем вы развернули невероятно этот плакат? Ну потому что вот сдал кровь, помог обеспокоенному ребенку. Я поясню, зачем. Потому что эта медсестра, Юлия ее зовут. Кстати, у меня есть ее фотография. Передайте, да, пожалуйста. Ну, у меня же без слез не вот взглянешь. Вот посмотрите, простите. Пожалуйста. Ну, разве передайте, это... пожалуйста, мне фотографию. Нормальная женщина. Ну что же мне нормально-то, посравните ее и вашу дочь. Это некрасивая, одинокая женщина. Она уже давно перешла границы приятной полноты. Далее в программе. Как говорит, случайно забрызгал. Вы где там? И вы что, как память храните один простыню, а я отстирать и второй? Не смогла, ваша честь. Да перестаньте, от навоза отстирывается все. Кровная вражда двух соседей довела их до крайних мер. Петренко и Григорьева безнадежно испортили имущество друг друга и не желают на этом останавливаться. Теперь обе стороны требуют расплаты за взаимный ущерб. Ваша честь, дайте мне, пожалуйста, 2 минуты. Мы сейчас уговорим мою жену, чтобы она отозвала свой иск. Я вас очень даже прошу. Не вздумай. Ирина, Боже, Сергей это сделал ради вас. Я ему говорил быть этим донором высшей категории. Он не хотел быть донором. Он сделал это ради вас, потому что я сказал, что получишь ей деньги. И в отпуск поедете. Это невероятная история. Заберись, пока не поздно. Даже не думай глупиться. Да, это же глупости. Всю жизнь. Они же построены все было. Юлька виновата. Заберись, пока еще не поздно. 2 минуты протекают. Может, эта женщина ситуация забеременела от него. Это, почему? Это не правда. Забери. А все те остальные факты. Свидетельница, не мешайте, пожалуйста, принимать решение. Забери. Помада, презервативы. Вы слышите меня, свидетельница? Подождите, забери. Пусть дочь самостоятельно примет решение с помощью своего мужа. Я забираю свой иск. Спасибо, дорогая. Отзываю. Да. Ну что ж, семья сохранена. Надо было все-таки подождать. Суд выносит определение о прекращении рассмотрения настоящего дела в связи с тем, что истец отказался от иска. Решение суда. Слушание по делу прекращено. Отец Валентин Петренко требует компенсации материального ущерба в размере 26 тысяч рублей за испорченный компьютер. Ответчик Александра Григорьева выдвигает встречный иск о компенсации стоимости испорченной простыни. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушание дела открыто. Валентин Степанович Неверов. Я предъявляю иск гражданке Григорьевой Александре на 26 тысяч рублей за порчу компьютера, принадлежащего моему сыну. Тут, Ваша честь, история была такая.
А компьютер принадлежал сыну. Почему вы тогда здесь? Дело в том, что сын у меня еще несовершеннолетний. Компьютер стоял на балконе моей квартиры, и вот гражданка Григорьева... То есть, другими словами, компьютер-то ваш, но просто сын им пользуется, да? Ну, понятно, так и скажите. А то я потребую сейчас доверенность и прочие документы. Нет, он на меня оформил. Ну, естественно, просто... на вас. Да, сын пользовался. Понятно. Малолетний сын, да? Несовершеннолетний. Сколько ему лет? Ему 14 сейчас. Ну, понятно. Продолжайте. Значит, гражданка Григорьева с крыши нашего дома, а я живу на третьем этаже трехэтажного дома, надо мной только крыша. Да. Вот, балкон у меня не застекленный, не открытый балкон. Вот она с крыши на этот открытый балкон вывалила ведро навоза, понимаете? Испачкала простыни. Вот, пожалуйста. У меня там простыни сушились. Вот это вот. Что, так до сих пор? Просто, просто не постирали даже? Так я специально хотел показать. Понятно. Я, значит, простынь-то ладно, она старая, это просто чтобы вот... Но она еще на компьютер... Навоз-то чей? Вот она утверждает, что мой. Только, знаете, я на крыше навоз не оставлял. Тут, понимаете, какая история получилась? Это у нас с ней а давно уже... А кто оставил-то? Да помолчи-то, в суде или кто-то здесь. У меня в палисадничке, ну, грядочки там вот под окном, я в свободное время там, ну, работаю, как на огороде, знаете, там. Вот, и она постоянно шум поднимает. У нее квартира на первом этаже, она, как я только выйду, открывает окно и давай там на меня кричать, что и огород ему мешает, и запах там какой-то мешает, я сам ей жить мешаю. Если бы он только мне мешал, весь дом подождите. На него провонял. Вот, я, значит, однажды, ну как-то не стерпел, говорю, да, ну не мешай ты мне, мол, работать там все, значит. Позвал он меня по-русски. Давай меня толкать, лопату у меня вырывать из рук. Я поскользнулся, упал, лопата-то в руке была. Ну и капля навоза там, она перелетела, попала ей на простыню. У нее простыни тоже на балконе сушится, а балкон на первом этаже, все открыто, понимаете? Ага. Попала капля. Так она тебя простить меня не может. И при всех она орала. Да я тебе... Простыня-то 1500 Я тебе стоит. Вывалю, говорит, ведро это самое. Я тебе весь балкон твой навозом уделаю, понимаете? Вот я как-то, значит, сижу, вот, слышишь шум на балконе, как будто что-то упало. Я выскакиваю и подскальзываюсь на навозе, понимаете? И она там сверху на меня еще орет. Там. И вот компьютер-то весь в навозе, понимаете? Все это протекло. Он из строя вышел, компьютер, вот, я носил в ремонт, не подлежит ремонту. Да вот, он у тебя не рабочий был компьютер, кто бы ты рабочий на балконе держал? Я, ваша честь, я требую, чтобы она оплатила мне полную стоимость компьютера, согласно его вот стоимости чека. Вот ну и сколько чек. Же это рублей? 26 тысяч рублей. Вот передайте здесь. Мне документы. Простыню не надо передавать, навозную. Оставьте ее себе. Приволок. Ну что, признаете иск-то, нет? Ваша честь, иск я никак не признаю. Дело вообще как было. Одну секундочку, я сейчас еще истцу один вопрос задам. Что, вот это вот все, весь навоз попал на компьютер и именно из-за этого перестал работать, да? Ну да, конечно. Но он не весь там, может, попал, но он же жидкость там протекло с него, понимаете, в компьютер. Я уж не знаю, как это... Я в этом не очень-то разбираюсь. Понятно. А вы сами видели или свидетели, может быть, видели, что именно ответчица это ведро опрокинуло на ваши простыни и компьютер? Не, ну как, я в комнате находился, я на шум выскочил-то, но я же перед этим был на балконе, там же не было ничего. А вот она тут на крыше стоит, да она сама, собственно, не отрицает, да, вот это самое там... Понятно. Я была... Ну, вам слово. Александра Ивановна вас ваша зовут, да? Ваша честь, да, Александра Ивановна Григорьева. Ваша честь, я иск никак не признаю. Я еще ему и встречный выставлю иск на 1500 за простыню. Господи. Испорченную. Что, господи, у меня белье дорогое, английское. Со мной разговаривайте. Ваша честь, дело вообще как было. Да. У меня в тот день телевизор плохо показывал. Так. Ну, а мужика дома нет, я привыкла со всеми проблемами сама справляться. Полезла на крышу посмотреть, думала, антенна там чего-то. На крышу-то залезла антенну поправлять. И зацепилась ногой за ведро. Мало того, что он у нас во дворе эти бочки с навозной жижей нам под окнами выставил, нам дышать нечем, так он еще, оказывается, заначку навоза на крыше себе организовал. Да ты спятила, что ли?
Заначка, какой нормальный человек будет на крыше навоз держать? Да ты посмотри, вот, вот ведро-то, вот, оно подписанное. Квартира 45, собственность Петренко. На, вот, нюхай свой навоз несчастный. Да иди ты, это не мое, мало где ты его взяла, я не знаю. Мало что там написано, это он карандашом написано. Там что, моя печатка? За то, что вы нарушаете порядок в судебном заседании, теперь я вынужден буду сейчас тоже так же, как и вы, видеть и нюхать это, вот это вот то, что в ведре. Я штрафую каждого из вас на 1000 рублей. Ваша честь, а мы вот это вот нюхаем с весны до осени. Он привез машину навоза, свалил под окнами. Причем, заметьте, участок у него не оформлен официально. Там у нас вообще придомовая территория, которая на благоустройство рассчитана. Там клумбочки разбить, лавочки. К администрации обращались? Обращались. И что? Но у него братик в администрации. Нам даже протоколы не показали. У него братик в администрации работает. Все без толку. Ничем не прошибешь. Вот. А компьютер его, у меня свидетель, ваша честь, есть. Она подтвердит, она точно знает. Компьютер у него не рабочий. Он просто под это дело еще решил и компьютер. Она что, у тебя в ремонтной мастерской работает? Понятно. Скажите, каким образом это ваше ведро, подписанное, оказалось на крыше? Да не мое это ведро, ваша честь. Откуда я знаю? А навоз ваш? Что, но значит, у нас мой? Больше нет ни у кого навоза, только он привозит. Но ваш навоз-то? У меня там бочка стоит, там, на этом самом, на моем вот этом участочке маленьком. Может, она оттуда набрала и взяла. Вот, я, пожалуйста, не знаю, ваша честь, принесла. Это он, как говорит, случайно забрызгал. Ну и где там что-то? И вы что, как память храните один простыню, а я отстирать и второй? Не смогла, ваша честь. Да перестаньте, от навоза отстирывается все. С отбеливанием. Вон дети какаются с утра до ночи. Лежат. И все чистое всегда у всех. Ну что я вы говорите? А это экологически чистый продукт. И вот они будут здесь суд в заблуждение вводить. Ваш честь, ну я не мог же компьютер с этим делом принести. Да вот в том-то и дело, что не мог. Прошу вас вызвать моего свидетеля. Давайте вызовем свидетеля, который подтвердит, что вы не высыпали навоз на компьютер, так? И я прошу вас вот посмотреть документы, что мы обращались. Передайте в администрацию мне. И чек на простыню. И теперь кто это за вами будет вот это убирать, а? Вот она все это рассыпала, пусть убирает. Навоз, да вы ногой тоже поддали. Она. Я не хотел. Не хотели. Случайно получилось, да? Подружку свидетеля вызвала. Добрый день, ваша честь. Здравствуйте. Я Савельева Анна Валерьевна. Я живу тоже в этом доме. Сосед наш действительно, как вы слышали, нас достал. Везде со своим навозом, везде грязь. Мы живем уже как навозные жуки. По поводу простыни, я видела, как это все было, потому что, когда они начали там кричать под окнами, я посмотрела в окно, смотрю, они чуть ли не дерутся. Он лопатой на нее замахнулся, она отвернулась, как раз вот это вот все с лопатой-то и полетело. Ей на простынь, на белье, на то, что у нее было постирано. Он начал там что-то оправдываться, но, как говорится, уже факт совершился. И по поводу компьютера я могу сказать, врет он, наглым образом врет, потому что его сын уже чуть ли не 2-3 месяца бегает к моему внуку. У них компьютер давно сломался, у них плата какая-то там перегорела. Поэтому они его теперь на балкон вы мне скажите, и выставили. А сколько времени этот компьютер на балконе-то уже стоит? Скажи, скажи. Скажи, скажи, да. Ну, правильно говорят, месяца два. Вот мы как месяца два, понятно. А когда человек пользуется компьютером, да, он разве сохранит его на балконе? Там дождь, ветер, пыль. Сами сказали, что ни крыши, ни остекления нет. Хапуга он. Под это дело и деньги скачать хочет. Ну что ж, хапуга. Пойду выносить решение. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Я пришел к выводу, что оба иска, и основной, и встречный, являются неосновательными. Доказательств никаких вы не представили. Это между собойчик у вас такой, спор ни о чем. Разрешите его как соседи, доброжелательно и по существу. И нечего в суд обращаться и тратить деньги налогоплательщика. В следующий раз с таким иском придете, оштрафую.
Гражданский процессуальный кодекс позволяет это сделать. Понятно вам? Да, ваше. Окончено понятно. Слушание дела. Решение суда. В иске отказать. Все забрать. Мама, ну что ты такое говоришь? Ради тебя я старалась, ради тебя. Да что теперь будет? Что произойдет? А если он придет, убьет тебя, выгонит, продаст этот дом? Дорогая, спасибо тебе большое. Я знал, что ты примешь такое решение. Правда. Я тебе честно говорю. А вы все врете. Честно, никакого ничего не было. Врете все. Теперь я просто не у себя. Сама вот, знаешь, я притащила ведро, я дурац. По-хорошему с тобой. Решай вопрос. Вот и уберите.